Мотоцикл Harley Davidson 63 лошадки. Разогнаться может до 180 км в час. Агрегат для настоящих мужчин. Георгий Максимов купил себе первый спортивный мотоцикл 6 лет назад и сразу влюбился в эту свободу, которую ощущаешь, садясь на железного коня. Когда садишься на мотоцикл, наступает просто другая жизнь. Ты становишься отрешенной от мирских каких-то проблем, моральных, физических. Ты просто едешь, ты в дороге. Ты с мотоциклом единое целое, и тебе не нужно ничего больше, кроме дороги, мотоцикла и тебя. Быть мотоциклистом не хобби, стиль жизни. И к этому стилю они относятся очень серьезно. Ни один уважающий себя байкер не будет пренебрегать своей безопасностью. На мне экипировка кожаная, Alpinstar, боты, мотоперчатки, краги называют, шлем, подшлемник, как бы, и водительские удостоверения, и навыки. Для чего это все нужно? Ну, все бывает в жизни. Как бы, бывают и неловкие падения, как сказать, без этого никак уж. Все мотосообщество ждало этого дня. Десятки байкеров собрались у ленты. Этот день для них особенный. Ведь теперь они официально могут пересесть на свои любимые двухколесные и ехать, куда глаза глядят. Мотоциклисты сейчас одной колонной поедут по городу. Этим шествием они откроют мотосезон 2018. На дороге слышен рев моторов, видны флаги клуба. Это шествие дает понять автолюбителям, что дорогу придется делить с мотоциклистами. И пусть этот сезон станет безаварийным. Алсу Арсланова, Марсель Джураев, новости НТР.